ваши части тела выступают не по делу. Если вируса бактерии не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В среду в Самарской области пасмурно, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в дневное время минус 7, минус 9 градусов. Ночью в тех же пределах 7-9 ниже 0. Ветер западный, юго-западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, днем 8 градусов с минусом. Ночью также 8 ниже 0. Ветер западный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти тучи, небольшой снег, днем минус 7 градусов и ночью минус 7, юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, к вечеру пойдет снег, днем минус 9 градусов, ночью также минус 9, ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 81%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.